Добрый день! Представляю вашему вниманию спортивный микс Польша Экстра плюс первый сорт. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с таких брючек размерчик S. Так, здесь у нас L-чика ветровка. Есть небольшие загрязнения. Брючки. Размерчик 44. Есть небольшие загрязнения. Так, XL. Толстовочка на замочке. Шорты 176 ростовочка. Так, здесь вот сзади есть, здесь у нас уже потертости, я их уберу, потому что там уже дырочки намечаются. Так, здесь у нас размерчик 40-42 брючки, 42-44 толстовочка на замочке, брючки элька. Здесь по шву есть небольшая дырочка, то есть она прям вот идет по шву, легко ее убрать. Так, 164 ростовочка толстовка. Так, здесь у нас шорты XL, может даже 2 XL, размерчик не указан. Элечка брючки, тоже есть небольшие загрязнения на брючках. Здесь у нас 148-162 ветровка, ростовочка, есть небольшие загрязнения. Шорты М-ка, брючки, так, утепленные, 2 XL, наверное, это на 14-15 лет. S-очка ветровка, внутри физ утепленная. Брючки, размерчик М, есть загрязнения и небольшие катышки. Здесь у нас брючки, размерчик 38-40, ветровка, так, размерчик не указан, я думаю, что элечка, внутри флис и внутри капюшона тоже флис, капюшончик отстегивается. Брючки, размерчик 38-40, брючки есть загрязнение, размерчик эсочка, расклешенные коленочки тоже уже такие немного потертые. Эмочка, брючки, есть загрязнение. Леггинсы Пума, эска, есть тоже загрязнение на них. 2 XL шорты, есть загрязнение. Эмочка, ветровка, внутри флис. Шорты джинсовые, 34 размерчик. XS брючки, внутри начес. Эсочка, такая вот толстовочка на замочке. Брючки, размерчик 38. Эмочка, брючки. Ветровка с капюшоном, внутри флис. Размерчик 48. На замочке есть загрязнение. Так, здесь у нас брючки, размерчик М. Есть загрязнение на брючках. Шорты, так, размерчик 2 XL, Adidas, вот. Футболка 34-36 размерчик, есть загрязнение на ней. Так, XL брючки утепленные, внутри начес, есть катышки. Элечка брючки, тоже здесь по шву немножечко расходится, и вот здесь вот тоже по шву нужно пройтись. Вот. Так, здесь у нас брючки, размерчик М, так, ветровка, размерчик S, есть загрязнение, шорты, элечка, ветровка с капюшоном на замочке, внутри флис, размерчик Евро 44, есть загрязнение. Дальше. Брючки, размерчик L, здесь у нас танковочка кривит, элечка внутри, начес, тоже здесь вот есть такие небольшие, как сказать, как катышки, ниточки. Элечка брючки, брючки ML, коленочки грязненькие. Так, здесь у нас брючки размерчик L,
есть загрязнение на брючках. Шорты Puma M размерчик. Брючки размерчик. Так. 158 ростовочка. Здесь у нас брючки на 12 лет, 152 ростовка. И вот такие вот брючки. Внутри начес. Размерчик L. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.